Театральное движение любительских театральных коллективов, оно уже 30 лет в этом году. Мы так вот посчитали, и вдруг оказалось 30 лет. Когда-то это начиналось как театральное Оренбуржье, а потом, в общем, мы решили сделать под названием «Огни рампы». Этот фестиваль, если как «Огни рампы», у нас шестой. Раз в два года он проводится региональным центром развития культуры Оренбургской области, ну, при поддержке Министерства культуры и правительства. Этот фестиваль подразумевает три этапа. С февраля по март у нас был отборочный тур, когда нам присылали заявки, и как заявки, и видео. Где-то более 120 творческих работ было прислано. Оргкомитет отсмотрел и определился второй этап. Это по зонам. Было 7 зон. С марта по май месяц.